Приветствую, друзья! С вами Бер. Продолжаем проходить кампанию Альянса в игре Warcraft 3. Глава 5. Наступление плети. Ранним утром следующего дня Артас и Джайна подошли к деревне Харглен. Харглен, наконец-то! Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. Принц Артас! Ночью неведомо откуда появилась огромная армия Исчадий Тьмы. Они уже напали на несколько деревень. А сейчас они направляются сюда! Проклятье! Джайна, я останусь здесь и буду защищать деревню. Ты должна как можно быстрее добраться до лорда Утора и рассказать ему о случившемся. Но... Джайна, иди! Дорога каждая секунда! Постой! Что находится в этих ящиках? Очередной груз зерна из Эндорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали крестьянам. О, нет... Значит, эта чума не убивает людей. Она превращает их в зомби. Коруто! Чем могу помочь? Не нужно кланяться. Теперь вот я такие коварные. Лорды нежити. За моего отца! Так, что нам нужно сделать? Свет задание. Дает мне сил. А, защитить Харглен. Продержитесь 30 минут. Вот она, Время эта часть. Правосудия. Длинная. Конечно. Так, что-то у нас свиток исцеления есть. Отличный ну, мы план. Держаться будем довольно сильно. Нет, способность пока не актуальна. Так, давайте рабов сразу. Не увеличим количество. За честь и отвагу! Нужно будет поставить побольше. Обожал я всегда такие карты, если честно, где нужно всякие оборонительные всякие Во штуки делать. Правос... Я обычно застраивался башнями, не прям куча целый ряд. Нежить, или, допустим, готов? Там, не знаю, орки подходят, им сразу ту-ту-ту-ту-ту-ту накидал так быстренько, они уже попадали. Так, давайте ускорим добычу золота. Так, нам сзади никто не зайдет. Не зайдет, мы же отсюда пришли. Ну вот отсюда могут зайти, да? И с этой стороны, а и с этой. Ух ты, три стороны надо обороняться. Да. Я помню эту карту. Давайте сразу еще возьмем парочку этих, чтобы они нам... уже на нападают. Подходе. Уже с вами. Ни шагу назад! Мы воины света! Мы не должны отступать! Вот это было воодушевляюще, если честно. У меня аж прям силы появились. Теперь я действительно бою готов. Внутренние. Духовные. За моего отца. Шучу, шучу. Хватит прикалываться. Чего? Я помню, второй раз вроде они с нижней стороны, да, попытались. Здесь нельзя строить. Как нельзя? Так можно. Хорошо. Тут тоже. Потом сюда подходи. Хорошо. Сюда подходи. Ну, сюда я подходи. Пошел. Ну, а потом уже, когда достроишь тут, чтоб сюда подойти. Вот сюда. Хорошо. Наверное. Будет неплохо, да? А ты... Стоп, ты чини. Хорошо. Ты иди почини. Во имя правосудия. Ну, мы будем стоять, хотя мы можем, в принципе, сами на них отвагу. Напасть начать. Ну, нападение разумеется. Как бы. Да, но... Не знаю. Не хочется мне почему-то. За моего отца! Эти застроимся. Отличный план. Конечно. Разумеется. Будем вот так вот подбегать. На нас нападает. Мы тут подбежали, атаковали. Тут подбежали. Помогли. Так, это только в планах у нас. Одна уже есть, значит ее апаем. Готово. Я готов. Тоже не хватает золота. Так, сколько? Чего? Иди за золотишком. Золота, кстати, у нас не так уж и много.
Ну, в принципе, продефать еще 26 минут хватит. Во имя правосудия. Я готов. Конечно. Разумеется. Отличный план. Опять работа? Ну, я пошел. Чего? Угу. Готово. Так, стоп. Ну да, ты достроишь это, потом туда вернешься. Постройка завершена. Готово. Что-то пока еще нет, не бежит к нам. Не хватает дерева. Наш город не осаждает, и я служу свету. Постройка завершена. Просить пощады. За моего отца! Опять работа. Так, ты давай дерево добывай. Хорошо. А то что-то реально маловато его. Я готов. Не нужно кланяться. Пойду на разведку, что-то скажу. За честь и отвагу! Да, готово. Ну, я пошел. Опять работа. Хорошо. Во имя правосудия. Разумеется. За честь и отвагу. Отличный план. Разумеется. За наш честь и отвагу. Осаждают враги. Отличный план. Разумеется. Блин, так и знал, только отойду. Отличный план. На нас сразу напали. Конечно. Разумеется. Отличный план. Ничего, они сейчас умрут. Конечно. За честь и отвагу. Вот с этой стороны, да, можно зайти. Разумеется. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Ладно, ну их нафиг. Мне кажется, у них реально гигантское тут построение. Разумеется. Конечно. Гигантская база. Просто будем укрепляться. Не нужно кланяться. За честь и отвагу. Так, на Alt. Постройка нажимаю, у нас завершена. Хиты показывают наших всех баз. И конечно. Наших юнитов тоже. Разумеется. Прикольно. Не знал. Конечно. Ладно, еще чуть-чуть возьмем пехотинцев. Надо будет пойти кофеек налить. А то что-то как-то настроение совсем падает. Расходы минус 30%. Ты у нас там приказание, это же. А, ну эти новенькие. Постройка завершена. Жду приказаний. Да. Здесь нельзя строить. Угу. Хорошо. Ну, я пошел. Да, давай. Иди. Я служу свету. За честь и отвагу! Вот и подошли. Отличный план. Подъехали. Бою готов? Так, интересно, почему я это еще не апт? Свет начал дает мне силу. Теперь я действительно готов. Конечно. За моего отца! Они получат по заслугам. Готово. Разумеется. Принц Артас? Замечен большой караван нежити. Ух ты. С грузом зараженного зерна. Его нужно остановить, прежде чем он доберется до других деревень.
Блин, новая задача. Бежать за караваном. Чем так и стоит? А. Так, караван с зерном. Уничтожьте караван нежити. Вот здесь, да, он будет. Отличный план. Не понял, почему нам туда именно указали идти? Наш город осаждают враги. Нас тут как раз осаждать начали. Разумеется. Короче, делаем так. Постройка завершена. Столько ребят я отправлю на деф. А остальные пойдут со мной. Правосудие. Свет дает мне силу. Это за отличный караван. План. Конечно. Как скажете. Пока. Нам чуть поапать. Вообще. Вообще нереально тяжело будет. Чего? Чего? Построил красава. Подойди, дерево добывай. Хорошо. А, не-не-не-не. Чини-чини. Во имя правосудия. Нас всего четверо. Отличный план. Че тут насчет золота? Ну, нормально. Конечно. Разумеется. Я не понял, почему нам сюда именно ткнули подойти. Конечно. Где же караван? Отличный план. Разумеется. Наверное, по этой дороге пойдут. Конечно. Да, точно, точно. Отличный план. Разумеется. Специально такая длинная сделана. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу. Отличный план. За честь и отвагу. Конечно. За честь и отвагу. Исследование завершено. Отличный план. За честь и отвагу. Что-то я не вижу. Конечно. Здесь. Конечно. За честь и отвагу. Никакого отличный каравана. Разумеется. Пока что. Конечно. Поверху вроде за оббежал. За честь и отвагу. Отличный мне будет план. Тупо, если они... Разумеется. Отличный ну, план. Тут поперли. Разумеется. Конечно. Наш Разумеется. Город осаждают враги. На нас напали. Отличный план. А вот и он. Поздно вот просить пощады. Быстрее, братья. Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. Разумеется. Так оно и будет. Они получат по заслугам. Отличный план. За моего отца. Они исследование получат по заслугам. Завершено. За честь и отвагу. За моего отца. Поздно просить. Надо немножко обогнать. Что? Теперь я действительно зол. Отличный план. Они получат последний караван. Конечно. Блин, без Джайна не так уж и просто здесь. За моего отца. Элементаль имбовый был. Отлично. Помогал нам. Неплохо так. За моего отца. Дымон реген. Будем молиться свету, чтобы зараженное зерно больше не попало ни в одну деревню. Да, ваше сельство! Все, есть. Мы сделали. Не нужно кланяться. Мы это сделали, ребят. Поздравляю. За моего отца. Вас и себя тоже поздравляю. Так, стоп. Это уже борщ, реально. Они нас заблочат. Реально, борщ. Они получат по заслугам. Не умирай. За моего отца! Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Разумеется. Да, господин. Так ремонтируй, иди тут, я видел. Пострадало кое-что. Как сказал Зазира, наша гордость. Поздно просить пощады. Немного. Так, новый скилл. Воскрешает 6 дружественных воинов, тела которых находятся поблизости. Вот это крутая вещь. Не нужно кланяться. Эта вещь зачетная. Разумеется. Ой, весь свиток ТП нам дали. Чтобы не бежать через всю карту. Поздно просить пощады. Большая карта все равно. За моего отца! Где враг? Я служу свету. Отличный план.
За честь и отвагу! Круто то, что разработчики постарались сделать так, чтобы не только меня одного ТП-шило, где враг? А и моих опять воинов работает? Тоже заодно. Хорошо. Ну не опять наш основу. Город осаждают враги. Как скажешь. Сейчас разберемся. Да, ваш броди. Во имя правос. Жалкий глупец. За моего отца! Теперь я действительно готов. Готово. Да. Так, нужно одного строителя. Чтобы он починил. Хорошо. Я служу свету. Что прикажете? Где враг? За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. Как скажете. Немножко сгруппирую их чуть-чуть. Родоподъем! Эти здесь есть. Надо их пускай стоят. Так точно. Что прикажете? Ну, лучше всего, конечно, этих. Готово. Опять работа. На нас напали. Угу. К оружию! Есть! Кто-нибудь ранен? Ваша воля. Все сделаем еще стрелков. Пусть будет. Свет дает мне силу. Да, бою готов? Ну, я пошел. Да, ваш броди. Будет исполнено. Да, сэр. Постройка Хорошо. Завершена. Уже в пути. К бою готов? Где враг? Не нужно кланяться. Так, а что у нас с медальон-то дали? Ага, медальон храбрости повышает силу и разум героя на 4 единицы. Неплохая вещь. Считай, плюс сила и инт. На 4 аж единицы. Исследование завершено. Паладинская фишка. Готов? Я служу свету. Готово. Чего? Опять работа. Хорошо. Жду приказаний. Ротоподъем! Вот и нежить Стройка подъехал. Да, мой друг. Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Разумеется. За честь и отвагу! За моего отца! Где враг? Они получат по заслугам. Не нужно кланяться. Свет еще 12 минуточек осталось. Продержаться. Разумеется. Исследование завершено. Жду приказаний. Что прикажете? Есть! Ротоподъем! Как скажете. Постройка завершена. Да, ваше сиятельство. Так точно. Не нужно кланяться. Свет дает мне силу. Что прикажете? Я думаю, нормально пока что. Еще 12. Уже 11 минут. Ротоподъем! Ура! В атаку! К оружию!
В атаку! Так точно. Ротоподъем! Куда стрелять? Сделаю. Я служу свету. Дайте цель. Кто-нибудь ранен? Да, господин. Так, а ты иди. Хорошо. Телом займись. Хорошо. Не нужно кланяться. Отличный план. За честь и отвагу! Она паузу ставится, когда мы смотрим задание. Ну, в принципе, правильно. Правильно. Разумеется. Отличный план. Не, будет жестко на самом деле, да? Ну, это, наверное, на сложности, на максимальной. Тут всего две сложности, средняя и максимальная. Ну, и высокая вроде как-то так. А, было бы прикольно, да, если бы вот сейчас мы стояли и протусовались тут 20 минут, да? А, они же такая пришла и снесла бы нас всех, эти враги. Ну, что поделаешь. Да, для этого нужно сохраняться. Нужно не забывать об этом. Но пока на первых левелах, на первых, вернее, главах, я думаю, в принципе, сохраняться не актуально. Отличный план. Но на всякий случай сохранюсь. 1, 2, 3, 4, 5. А, лучше буду писать свое имя там. Миша один там, допустим. Все. Разумеется. Конечно. Раз на раз не приходится, короче. Тут не повезет. Ну, здесь это вообще шанс 1%, наверное. Не повезет, если я, например, начну эту главу проходить, да, встану. Всех юнитов. От ЗАУ. Или вообще просто их пошлю куда-нибудь на базу к этим. Они умрут, а я героем останусь стоять на базе. Тогда да, тогда мы проиграем эту миссию. Но так нет, пока что. Я служу свету. Теперь я действительно зол. Такая заварушка, сразу все друг друга бьют. Теперь я действительно мал. Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Отличный план. Во имя правосудия. Не подняли наших ребят. Конечно. Почему бы и нет? За честь и отвагу! Чего? Так, ты иди делом займись. Мне кажется, все-таки с этих двух сторон в основном будут нам заходить. Поэтому... Чё-то я тут поставил башню? Да ладно. Или она здесь стояла? Тут я косой, да? Ну пофигу, пускай будет. Я служу свету. Мобильный отряд Артаса. Отличный план. Разумеется. Да, отличный да, план. Заботился. Не нужно кланяться. Куда стрелять? Я служу свету. За честь и отвагу. Отличный план. Опять работа. Починишь потом. Хорошо. Иди сюда. Хорошо. Кстати, еще прикольно можно сделать так, да? Нежно нападает, начинает бить. А ты сразу берешь несколько этих рабов, короче. Ставишь их. О, я даже не думал, то, что с этой стороны еще к нам зайдут. Да, ваш броди. Берешь, я короче, их ставишь, они типа бьют, бьют, а ты их лечишь. Ну, сразу чинишь, как бы. Типа, нежить зря била. Ну, там, например, нежить. Всякие ситуации будут игровые. Я не буду уж спойлерить, кто с кем будет сражаться.
не люблю спойлеры. Где враг? Например, вот если я... Или вы, допустим, первый раз вообще игру смотрите. Ну, нет у меня времени, допустим, играть в игру. Я хочу посмотреть прохождение, да. Есть время посмотреть прохождение там. Ну, или просто там посмотреть. Вместо фильма там какого-нибудь, не знаю, попкорн запастись, покушать. Там. Не люблю, когда мне скажут там, типа, а вот тут сейчас вот так вот будет через полчаса, да, а вот тут вот до второй главе будет так вот. Ну, типа, а в чем профит вообще тогда будет смотреть это? Типа, если ты уже в начале игры знаешь, что будет там дальше. Я служу свету. Это неправильно. Разумеется. Чего? Так, починил, да? Чем бы тебе занять тебе? А, вот здесь, да? Чуть-чуть покоцал что-то. Угу. Нет, чуть-чуть покоцал. Все, 6 минут осталось продержаться. Задефаться нам. Не-не-не, вернуться, а то таймер на паузу ставится, когда мы так вот делаем. Дайте цель! Ого, вот он отряд. Не нужно хватиться. Нежить подошла к нам. Они получат по заслугам. Так вот эту фишку я не люблю. Разбили нам. Теперь я действительно то. Ненавижу некромантов, они с земли поднимают мертвых. Самые имбовые, наверное, на мой взгляд. Отличный план. Фишка. Но когда за нежить играешь... Блин, сейчас спойлер будет. Хотя нет, не будет спойлер. За моего отца. Когда за нежить играешь... Разумеется. Типа... Они... Ну, конечно. Это такой себе спойлер. Они это... Первым телом и умирают. Вот сколько ты их не ставь там. Свет дает ты подходишь силу. К вышкам, да, вышки фокусят их просто. Ну, это так же, как шаманов у орков тоже, да. Мы видели, да, наверное, может, в начале, кто заметил, в первых сериях за компанию орков. Они первым делом умирали. То есть как-то так. Да, господин. Или чини. То мы утро так и не дождемся. Золотой рудник скоро исчезнет. Я служу свету. Разумеется. Золотой рудник иссягнет. Не может такого быть. Ну да, надо темпы сбавить. Типа золото у нас дофига. Опять тратить работа. Уже некуда. Угу. Ну, я пошел. Да. Чего? Ты верни и остановись. Да. Тоже верни. Опять работа. Верни. Хорошо. Остановись. Чего? Остановись. Да. Остановись. Пригодятся, короче. Да, три сюда. Если нежить нападет, я их хорошо. Вот здесь поставлю. Чтобы они сразу потом чапали, да. Хилить. Не в смысле хилить, а хорошо. Чинить. Вот, например, сейчас, да? Хорошо. Будьте вот здесь на всякий случай. А мы Артасом поможем. Ну, типа, чего? Вот они и пригодились. Хорошо. Да. Блин, такая движуха, как бы кого-нибудь ненужного не зацепить в таргет. Теперь я действительно пал. Конечно. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу. Да, господин. Почему нельзя вот здесь поставить, например? Ну да, вход из квартиры, хотел сказать, из дома закроет. Ну, я пошел. Я служу свету. Ну все, 3 минуты. Тут уже даже за 3 минуты не снесут нас, если... Мы тупо будем стоять, ничего не делать. Нас даже не снесут ни разу. Вот так вот. Готово. Свет дает мне силу. Разумеется. Такие карты, наверное, еще будут не раз. Продефать столько-то. Ну, в принципе, они как-то разбавляют игру. Готово. Нифига, быстро как. Чего? Ну, типа, если что, стой на стреме. Будешь чинить.
Во имя правосудия. Еще PvP в игре прикольный, но это надо через Гарену или что-то там ставить, какие-то дополнения мне. Ну или через Battle.net играть. Тоже в третьей варе. Ну то же самое. Постройка, то есть завершена. Ты выбираешь там сторону, да? Героя застраиваешься. Дефишься как-то всякие. Всякие штуки на карте завоевываешь там или отнимаешь или. Ну, в этом духе все. Отлично. Только против живого игрока, а не против искусственного интеллекта. Конечно. Сейчас я в компании. Ну, компания все-таки славится своим сюжетом. Конечно. Постройка завершена. Не знаю, мувики, скорее всего, не будут у меня здесь записаны. В принципе, их можно будет отдельно вставить. Через Вегас. Заморочиться так. Ну, я думаю, что не буду этого делать. А может быть, буду. Поздно просить пощады. Кто знает. Вот все, последняя минута пошла у нас. Тут вот вообще, в принципе, можно вот так навести курсор и оставить, ничего не делать. Наш город осаждают враги. На нас напали. Нас ожидают. Два некроманта подошли такие. Осадили. Это невозможно. Им нет числа. Ого. Фига тут подошло. На нас напали. Так, а что-то мы зря сюда вышли. Надо отходить. За честь и отвагу. Не зря. В адрес наших врагов. Разумеется. На нас напали. 3 секунды осталось. Все. Выполнили. Конечно. За честь и отвагу. Бежим, бежим. Что-то их реально много стало. Свет придает мне силы. Рассыпался. За лорда Рон! За короля! Удар! Ты даже не представляешь, как вовремя ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Если бы я познал... Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших воинов. Значит, мы должны ударить по их повелителю. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм и убью Малгануса. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Ута. Я ухожу. С тобой или без тебя? Вот так вот. Продержались мы, продефались. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, оценивайте. Смотрите следующую серию, вступайте в группу ВКонтакте. До новых встреч!